В Червишевской школе детям дали воспользоваться огнетушителями, а также оборудованием профессиональных пожарных. Квест из 6 блоков придумали в противопожарной службе области. Выполняя задания, дети вспоминали правила безопасности, а также действия при возгорании. Из представленного оборудования ребятам предстояло выбрать то, которое не относится к пожарному. На время надевали боевки и каски, а после каждый попробовал в использовании бытовой огнетушитель. Мы совместно с ВДПО проводим квест по пожарной безопасности, направленный на то, чтобы дети не забывали в каникулы основные правила пожарной безопасности. Детям показываем пожарное оборудование при помощи эстафеты, рассказываем про технику, которая у нас имеется на вооружении, а также, кроме этого, еще и проводим интеллектуальные задания, даем. То есть дети маленько вспоминают правила пожарной безопасности.